Итак, друзья, к концу подходит 21 год, декабрь месяц, ровно через месяц у нас начнется лососевая путина. Будем ловить лосося. Я решил приехать к мастеру, к своему знакомому, с которым мы очень часто вместе рыбачим, ловим эту прекрасную рыбу. Разговор пойдет о воблерах, о нашем любимом лососе, о новинках, о 3D-принтерах, о высоких технологиях, о новых ультрафиолетовых окрасах, о новых окрасах воблеров и о новой блесне, которую Юра, благодаря прошлогоднему успеху, мы сделали маленькие блесны и обловили их, сделал чуть-чуть побольше размером. Она еще не в производстве, но скоро появится. А также еще будет разговор о удилищах лососевых, потому что очень часто меня ребята спрашивают. Также будут представлены новые Юрины балансиры. Как работают окраски воблеров, ультрафиолетовые краски, как работают. Еще будет немножко страшных историй с окровавленными руками. Вы никогда не слышали, что можно рыбу зарезать? Вот Юра расскажет. И будут показаны очень хорошие, очень качественные мировые бренды в лососевых удилищах. Будем рассказывать, что, почему и зачем. Я думаю, будет интересно. Смотрите.